Обеспечить всех потребителей до 2025 года качественной питьевой водой – такую приоритетную задачу глава государства и правительства поставили перед работниками системы жилищно-коммунального хозяйства. Именно поэтому первым и главным вопросом повестки выездного заседания коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси стало обсуждение выполнения показателей и мероприятий под программы «Чистая вода». Основная задача – это обеспечение граждан страны качественной питьевой водой. И основным направлением является программа это строительство станции обезжелезнования воды. Важно также нормальное состояние водопроводных сетей, дабы исключать нам аварийные ситуации, чтобы предоставлять все услуги бесперебойно. Поэтому еще одни из направлений это замена сетей водоснабжения, водоотведения, строительство новых скважин, реконструкция очистных сооружений. Это весь тот комплекс работ, которые нужно реализовывать в рамках программы «Комфортное жилье». Для достижения целевых показателей до 2025 года необходимо построить порядка 800 станций обезжелезивания воды. Уже в текущем году в рамках госпрограммы планируется переподключить 12 населенных пунктов к системам водоснабжения с водой питьевого качества, построить 9 скважин в населенных пунктах Брестской, Витебской и Могилевской областей. Задачи, которые мы для себя поставили, финансирование под них есть, и мы будем работать. Я думаю, что все-таки, если мы сегодня на коллегии обсудим и усилим эту работу, то до 200 станций обезжелезнения в этом году будет введено в страну. Задача коллегии – сверить часы, оценить проделанную работу и наметить пути решения возникающих проблем. Свои результаты и видение дальнейшего пути озвучили руководители Брестского и Витебского управления жилищно-коммунального хозяйства, а также Гомельского, Гродненского, Минского и Могилевского облсполкомов. Кроме того, были рассмотрены вопросы работы с кадрами в организациях системы ЖКХ. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.